Спасибо, что дождались нас. Задавайте вопросы. Коллеги, спасибо за вопросы, но время нашей встречи подошло к концу. Об этой игре много говорили, ее долго ждали, и вот, наконец, она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. Смотрите EA TV и узнаете, получится ли у них достичь цели. Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! В роли комментаторов сегодня все те же лица. Для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня мы для вас приготовили трансляцию матча чемпионата. Только послушай стадион. Кажется, нас ждет отличная игра, иначе и быть не может в такой атмосфере. Ну что, новый день, новый матч. Посмотрим, что приготовили нам команды сегодня. Надеюсь, нас ждет яркая игра. Мы видим состав команды «Хозяев». Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Аут будет отлично в отборе сыграл сейчас. Помогает ему партнер в атаке. Угловой. Мяч покинул пределы поля. В центр штрафной подан мяч с углового. Выходит голкипер и опасность миновала. Хорошо, он идет вперед. Удар! Надежно играет вратарь. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Ничего не получилось создать на этом стандарте. Вратарь во всем виноват. Милинкович Савич. Соперник никак не может перехватить мяч. И с ударом! Гол! Открыть счет в этом матче! Отлично он обыграл защитника. Еще раз гол посмотрим. Не скажу, что это сверхъестественный гол. Все сделано как по учебнику. Точный удар буквально в упор. Но именно это и называют классикой атак. Тренер, конечно, рад этому голу. Его команда повела в счете. Yeah.
Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Мяч потерян. Странная была передача. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Нужно бить. Штанга. И все. На этом момент заканчивается. Все хорошо в предыдущем моменте было сделано. Почти что смогли забить они и увеличить отрыв, но им немного не повезло. Идут они на второй заход, пытаются провести очередной штурм. Удар! Просто не понимаю, как он смог не забить из такой позиции. Да и сам он не понимает этого, упустил верный шанс увеличить счет. Соперник будет с мячом. Не получилось его сохранить. Игра без мяча на самом высоком уровне. Теперь он уже с мячом. Опять без мяча они остаются. Сергей Миленкович Савич. А вот это уже здорово. Не прошел удар. Можно выдыхать. Четко, надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. У хозяев отличная статистика по владению мячом в последние 15 минут. У соперника сейчас есть только один вариант – ждать их ошибку и попытаться отобрать мяч. Но пока что намека на это нет. Скорее, еще один гол случится быстрее. И удар! Гол! Они сравнивают счет! Еще раз повтор гола. Здорово они смогли из-под прессинга забить. Счет снова равный. Настроение у тренера, разумеется, хуже, чем было еще пару минут назад. После ответного мяча у нас 1-1. Свободная зона на фланге. Можно идти вперед. Он вырезал пас на партнера. Гол! Они опять впереди. Не хотят играть в ничью. Повтор гола. Очень хороший пас с откатом назад у него получился. И хочется отметить отличное завершение под жестким прессингом защиты. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Здорово он в отборе действует. Из-за боковой будет сбрасывать. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Получается перехватить пас. Сергей Миленкович Савич. Штангу мяч угодил. Играй! Ничего интересного так и не получилось создать. Добавлено всего 1 минута. Ударище! И на этом первая половина матча подошла к концу. Далее перерыв.
Команды поменялись сторонами, и матч продолжается. Второй тайм. Поехали. Он уверен в своей технике. Отличное оборонительное действие. Отлично играет в отбой. Не удалось сохранить мяч. Хорошо, мяч ходит перед чужой штрафной, но нужно обострять. Но не получается сохранить мяч, а начиналось все очень неплохо. Сергей Милинкович Савич. Болельщики кричат: бей давай! Было отчетливо слышно, как трибуны призывают игрока пробить поворотом, и он не рискнул идти против боли преданных фанатов. Действительно, удар получился хороший, но не более того. Пошли последние полчаса игры. Есть место на фланге, чтобы пройти. Какой момент! Нужно бить! Вратарь справляется с ударом, но мяч в игре. И все-таки они пропустили, бросили своего вратаря и дали соперникам пробить еще раз. Как же здесь не повезло голкиперу. С первым ударом он справился и сделал все отлично, но все равно соперник смог вторым ударом отправить мяч в ворота. Три один счет. Результативный получается. Вратарь ждал этот мяч и легко забирает. Судья показывает, что ушел мяч, хотя никто вроде не мешал его в поле сохранить. Тренер решил сделать замену и выпустить свежего. Игрока. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Надо было поскорее отобрать мяч, и им это удалось. Сергей Милинкович Савич. Удар нужен! Они снова забили, преимущество дошло уже до 3 мячей. Сегодня явно их день.
Повтор гола нам показывает. Очень хорошо у него получилось обыграть защитника. Да, и очень классно сыграно в завершении. Выход 1-1, а потом мощный результативный удар, который голкиперу просто шансов не оставил. Прекрасная комбинация. Гомес. А теперь придется поиграть без мяча. Гомес. Отличный прием. Так держать. Идти дальше. Выше ворот проходит мяч. Хороший удар получился. Готов тренер замену сделать. Все-таки получается вернуть себе мяч. Спасибо прессингу. Может что-то из этого прохода получится. Подача в штрафную. Отлично защитник играет. Можно контратаковать на чужой половине поля. Много свободных зон. Пожалуй, его самый важный перехват в матче. Уходит в центр с фланга. Вратарь тут хорошо играет. И будет аут сейчас. Пришло время выпустить свежего игрока на поле. Он классно играет в прессинге, мяч перехвачен. Мяч не дошел до адреса, защитник надежен. Проходит он защитника. И все, финальный свисток прозвучал, а значит наш матч подошел к концу. Поздравляем хозяев с победой. От души сегодня играла их атака, а душа-то у них очень широкая оказывается. Соперник по полной смог это прочувствовать. Для начала хочется поблагодарить вас, что нашли время ответить на наши вопросы. Еще раз спасибо.
Сегодня мы будем смотреть очень интересный матч. До стартового свистка осталось совсем недолго, скоро все начнется. Кто кого, вы увидите все сами на EATV. Отличный вечер вполне может стать еще лучше, если команды покажут свой класс. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Смотреть матч вместе с вами сегодня буду я, Георгий Черданцев, а также мой коллега Константин Генич. Игру чемпионата мы сегодня смотрим в прямой трансляции. Жду не дождусь начала матча, Константин. Очень хорошо сейчас на стадионе. Потрясающая атмосфера, и все заждались начала встреч. Скорее бы уже. Уверенно играет вратарь. Может быть интересно. Вратарь отбивает туда. Так ни к чему этот момент и не привел. Только благодаря голкиперу нули остались на табло. Один из них сейчас должен был смениться на единицу. А мы теперь посмотрим, как команда отблагодарит вратаря за такое спасение. Вратарь на месте, четко забирает мяч. Гости отлично играют в обороне. Сегодня никто в лиге не пропускает меньше, чем они. Главная сила гостей в игре у своих ворот. Сегодня это самая надежная команда лиги. Отличные оборонительные действия. Будут вбрасывать мяч из-за боковой. Какой удар! Возможно, он спас свою команду от гола. У них много вариантов для этой атаки. Главное держать темп. Попытка обострить игру. Без мяча соперник. Хороший отбор. Мяч на фланге. Перспективная атака. Пошла подача в штрафную. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Как отлично он мяч перехватил. Окончательно они завладели мячом и ищут возможность для ключевой передачи. Бьет по воротам. Удар заблокирован. Тут может что-то получиться. Вот так мяч переходит к сопернику. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Thank you.
Удар. Не дает пробить. Это офсайд, атака закончена. Удар. Голкипер справляется с ударом. Мяч летит в центр штрафной. От души по мячу он приложился. Отличный удар. Не прошел удар. Можно выдыхать. Угловой будет подавать команда. Пока счет равный. Отлично. Игрок заблокировал этот удар. Здесь офсайд, гол засчитан не будет, хотя получилось все здорово. Хорошо все разыграли, но ассистент главного арбитра очень четко зафиксировал неправильное положение у последнего игрока в атаке. Играть еще минуту, столько добавлено к основному времени. Очень здорово прессингуют они. Судья дает свисток на перерыв. Гости играют ничью после первого тайма. Пока что игра без голов. Лучшая защита лиги отлично действует у своих ворот. Но нам все же хочется увидеть голы. Поэтому в первую очередь после перерыва ждем от них активных действий в атаке. И второй тайм у нас начинается. Пока что непонятно, кто лучше играет сегодня. Счет на табло ничейный. На фланге достаточно свободного места. Вратарь отбивает удар. И мяч в воздухе после такого выноса. Отличный блок. Кристи. Тренер решил сделать замену и выпустить свежего игрока. Хорошо мяч укрывает он. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Момент! Забивай! Забивать нужно было, но он двинул мимо ворот. Он сам не понимает, как он не забил. А на табло по-прежнему нули. Готов тренер замену сделать. Уверенно идет вперед.
Так можно доиграться и до потери мяча. Удар! Будет угловой, может, с него получится выйти вперед. Самое скопление игроков, угловой подан. И мяч выбит. Брозович. Угловой, мяч покинул пределы поля. Идет мяч в штрафную. Какой удар головой. И успевает голкипер среагировать и забрать этот мяч. И будет аут сейчас. Ну, очень много моментов они создают, но никак не получается забить. Уже почти все они испробовали, но мяч упорно не идет в сетку ворот. Сейчас у команды есть шанс поправить статистику, проведя результативную атаку. Тут ничего опасного. Вратарь тоже так решил, и поэтому был максимально спокоен. Кристи. Отлично сыгран. Здорово работает с мячом и двигается к воротам. Должен забить. В игре вратарь. Подали мяч с углового в центр штрафной. Очень непросто было атакующему игроку сейчас. Защита классно сыграла в этом моменте. И благодаря прессингу мяч мимо ворот пошел. Но, тем не менее, ударом эту атаку они смогли завершить. Пусть и не совсем опасным, но хоть какое-то логическое завершение мы увидели. Здорово мяч у них ходит, и соперник никак не может его отобрать. И мяч уходит сопернику, все-таки не смогли удержать его. Здорово перехватили мяч, хороший прессинг. Мяч не уходит за линию, хорошо сыграно. Сергей Миленкович Савич. Ну, решай же! Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Сегодня буквально дуэль голкипера. Знаешь, Георгий, меня что-то потянуло на такое поэтическое. Сегодня два голкипера сухие, как осенние листья. Много еще играть. 10 минут. Счет ничейный, но не похоже, что он устраивает команду. Еще одна атака и еще один шанс выйти вперед. Решительно тренер себя ведет. Меняет сразу двух игроков. Пошла подача в штрафную. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Вот и замена, на поле появляется новый игрок. Мне кажется, следующий штрафной ему бить не стоит. Ну, у всех бывают промахи, даже такие очевидные. Вообще, в следующий раз надо исправляться. Основное время истекает через 6 минут. Сергей Миленкович Савич. Возможно, последняя атака в матче. Ну же, забейте! Судья показывает, что момент с нарушением не остался незамеченным, но можно продолжить игру.
Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Брозович. И счет остается прежним. Замечательно просто играет голкипер. И, похоже, так, наверное, в ничью команда и сыграет. В центр штрафной мяч направлен. И мяч выбит из штрафной. Сергей Миленкович Савич. Атака прервалась на подступах к штрафной. А вот это может... Надо забивать! Классно играет вратарь. Угловой. Это возможность забить гол. Если они сейчас не забьют, то не забьют никогда. В центр штрафной подан мяч с углового. Этот угловой не привел ни к чему опасному. Не бывает чемпионатов без нулевых ничьих. Свидетелем одной из таких мы только что стали. Лучше одно очко в зачет, чем ничего. Видимо, с таким настроем обе команды вышли сегодня на поле и полностью этому соответствуют. У нас, конечно же, есть вопросы после матча, и спасибо большое, что вы согласились на них ответить. Спасибо и удачи. Сергей Миленкович Савич сегодня в центре внимания. Он пока самый результативный игрок лиги. Скоро узнаем, не сбился ли прицел у снайпера. Всем привет! С радостью мы приглашаем вас провести этот чудесный вечер в футбольной компании. Комментировать для вас сегодня будут Константин Генич и Георгий Черданцев. С
посмотрим и сегодня трансляцию матча чемпионата. Очень мне нравится атмосфера перед игрой. Футболистам в таких условиях, надеюсь, будет проще показать свою лучшую игру. Самые долгие секунды сейчас остаются до начала игры. Совсем немного. И эта игра обещает быть очень яркой. Классно защита с этой ситуацией справилась. Разрядили обстановку. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. На экране стартовый состав гостей. Ложен удар. Гол. И правильно, что тянуть. Они открывают счет в самом начале матча. Повторяют нам забитый мяч. Ну и приложился он по мячу. Тут, конечно, что надо. У вратаря не было никаких шансов спасти свою команду. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. В атаку они переходят. И все-таки мяч оказывается у соперника. Впереди свободная зона, и можно продолжать двигаться дальше. Отдает мяч точно сопернику. И есть вариант, куда сделать пас. Легко справляется вратарь с этим моментом. Они забирают мяч на чужой половине поля. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Гол! Еще больше они закрепляют свое лидерство. Теперь плюс 2 гола. Да, этот гол можно смотреть бесконечно. Великолепный дриблинг. Защитник остается не у дел. И вынимай, голкипер. Хорошее настроение у тренера. У его команды сегодня все получается. Не отдает мяч под прессинг. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Есть свободное место на фланге. Так, только не останавливайся. Дальше двигай. Брозович. Бить можно и забивать. Блокирует он этот удар. Спас команду от гола. Он подает в центр штрафной. Вратарь забирает этот мяч без особого труда. Да, там ничего сложного не было. Мяч от головы прилетел прямо в руки вратарю. Эффективен высокий прессинг сейчас. Милинкович, Савич. Атака продолжается. Много вариантов впереди. Офсайд этот, походу.
Мяч сохранен, и из этого может получиться что-то опасное. Хорошо тут сыграл. У них много вариантов для этой атаки. Главное держать темп. Опасно! Все правильно сделал вратарь. Просто отбил мяч в сторону. Показывают нам цифры матча, и сложно представить, что лидер этой игры может упустить победу сегодня. Почти полностью они соперника переиграли. Очень много моментов создают. Это отражается в счете на табло. Не дает защитник Борису пройти. Передача от лицевой. Еще недавно казалось, что поражение неизбежно, но после этого гола все может измениться. Осталось забить всего один. Отличная техника у него. На повторе видно, как он здорово обманул соперника и отдал пас. И пробил он здорово со средней дистанции, зарядил как из пушки. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Одна минута добавлена. Перед ним есть место на фланге, можно двигаться дальше. Ну и все, судья дает свисток. Далеко не уходите, уже скоро мы продолжим. Продолжается наш матч, второй тайм. Есть на фланге пространство. Резко смещается в центр. И есть блок. Команда уже ведет в один мяч и с этого углового может забить второй. Центр штрафной, мяч направлен. И мяч в воздухе после такого выноса. Удар. Хорошее спасение. Ловить мяч не стал, просто отбил подальше от ворот. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Передача исполнена не лучшим образом. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Сергей Милинкович Савич. Милинкович Савич. Точно отдать не получилось. Теперь в оборону. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Сергей Милинкович Савич. Мяч потерян, теперь он у соперника. Тут его прижимают, не дают пространства. Он может идти дальше по флангу, впереди свободная зона. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака.
Они снова завладели мячом. И пробей! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. И все же мяч перехвачен. Милинкович Савич. Они продолжают идти вперед, ищут варианты для развития атаки. Не сильно получился удар, и мяч у вратаря. Четверть часа еще играть команда. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Атака прервана, хороший перехват. Не будет больше шанса спасти этот матч. Надо сейчас решать. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. Они продолжают идти вперед. Есть что придумать в атаке. Не так много времени остается до финального свистка. Уже можно говорить о кандидате на победу. К данной минуте это хозяева поля. Нужно немного потерпеть и сыграть с максимумом. Они могут забить. Вратаря не пробить. Вот и замена. На поле появляется новый игрок. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Продолжают идти вперед, из этого что-то может получиться. Есть возможности для атаки тут. Дает арбитр игру продолжить. Еще играть 2 минуты, столько добавили к основному времени. Ну же, последняя атака, не умерла еще надежда на спасение. Хороший отбор. Здорово он с мячом идет. Похоже, это гол. Мяч отбит, можно играть. И все, матч заканчивается победой хозяев поля. Упорный матч получился сегодня. Обе команды его на хорошем уровне провели. Но все-таки одна оказалась чуть лучше сегодня в атаке. И благодаря этому празднует победу. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Ну, по объему работы, по объему активных действий, я бы, безусловно, назвал его самым ценным игроком матча. И гол на его счету, и моментов много было создано с его участием. Сыграл он действительно классно.
Здравствуйте, и спасибо, что уделяете нам время после матча. Еще раз спасибо.